Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. У нас уже третий день прошел. Сейчас мы будем немножко, а ну выходи, поросяткам ставить прививки железом. Так, вот наши поросятка, свинок мы выгнали, хай погуляют. Итак, суэфировид, железосодержащий витамин. Будем колоть по 2 кубика сейчас. Поросятки у нас, в принципе, достаточно крупные. Ну, возраст у них маленький, всего 3 дня. Поэтому 2 кубика будет достаточно. Мамочку мы убрали. Потому что если они начнут верещать, она тут нам устроит веселую жизнь. Ходит она на улице и что-то квакает. Значит, кто не в курсе, расскажу. Железосодержащие витамины очень важны в первые в начале жизни поросенка, так как у них в молоке нету железа, в материнском молоке, и соответственно возможно кислородное голодание. Из-за этого будет, ну, железо принимает участие в переносе кислорода крови. Если железа нет в организме, то плохо развиваться будет. А так как у белых свиней в материнском молоке железа вообще нет, возникает необходимость проколоть их железо, насытить, скажем так, организм. Укол делается подкожно, инъекция делается. Можно подкожно, можно внутримышечно, можно на холке, можно в ляжку. Эти крупные поросятки можно в ляжку. Поросятки лысые, как видите. Лысые. Более восприимчивы к холоду. Ну, из породы этих. Так, Илюха, ты там встал? Они все в гамлу подбежали. Как видите, процедура несложная, им не больно, тем более я вам взял в этот раз шприц двухкубовый, двушка, подожди, я скажу, куда помыть. Двушка вообще быстро, ну, мягко, ну, легко входит, что он не кричит, не пищит. Зубы мы сейчас не ломаем, старые. Дедовские наставления мы на них забили, попробовали не ломать, все нормально, в принципе. Раньше было такое. Так, а кто считает, сколько девочек, сколько мальчиков? Одна девочка, два мальчика. Ты считаешь? Угу. На, это девочка. А что, она зря бы попросилась сюда? Ну, сразу все бачу. Сейчас мы проколем этот выводок. Следующий выводок у нас будет через 2 дня, по-моему, разница. Что? День? Это не маленькие. И после завтра. Ты что? Что-то ей не понравилось. О, мама. Мама сейчас как прискочит, это даст нам всем. Лови того. Не, не лови. Он видно и так. Так, это Ангелина девочка была. 3 девочки, 2 мальчика. И это кто? Мальчик вроде. Пацан. Пацан, пополам? Да. 3 девочки, 3 мальчика. Хорошо. Они забивают. Не надо никого загонять. А, давай их потихоньку сюда лови и пересаживай. С попой черной. Да, ну. Самый здоровый, давай. Кто это?
Вот позолазил. Между стенкой позолазил. Они лови того. Да, это самый здоровый пацан. В принципе, уколы для них. Ну, давайте вы зайдете в тот. Да, да. Подождите сейчас минуточку. Так. Итак, мы сделали вакцинацию. Укололи поросяток вот железом прокололи. И теперь они будут у нас на неделю еще без всяких процедур. Расти будут. Так что, в принципе, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Поросятки, как видите, растут очень хорошо. Мамка у них молочная такая, следит за ними, кормит постоянно, полы теплые. Короче, райские условия. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.